Внезапный выпуск новостей. Почему? Потому что захотелось. Начинаются очень интересные всякие телодвижения на рынке мобильной техники. В первом видео в 2019 году мы с вами обсуждали, что происходит со смартфонами Apple и не только. И что со временем тенденция на покупку большого количества смартфонов по всему миру начнет сокращаться. Смартфоны перестанут быть вот таким вот гаджетом номер один и перейдут из вещей, с точки зрения необходимости, просто в утилитарную вещь, которую люди даже уже не будут обращать на это внимание. И сегодняшняя новость от аналитической компании еще раз подтверждает мои догадки. Аналитики из компании Credit Suisse уже подсчитали, что в 2019 году объем производства смартфонов сократится до 289 миллионов устройств. 289 миллионов смартфонов по всему миру. Много это или мало? Ну, в принципе, это много, скажет обычный человек, который не знаком с некоторыми цифрами предыдущих годов. Но дело все в том, что в 2018 году было произведено 360 миллионов устройств. Представляете, какая разница большая? Всего лишь один год по времени разница, а количество прогнозируемое производство устройств сократилось очень сильно. То есть, если прогноз действительно вот такой состоится, то падение производства смартфонов в 2019 году составит 19%. Это очень большое падение, и все мы-то привыкли видеть, что смартфонов становится вроде бы больше, ассортимент увеличивается, однако мы же с вами до конца не знаем, сколько их на самом деле выпускают. К примеру, вот компания Xiaomi, она делает смартфоны, она делает огромный ассортимент, да, там куча модельного ряда, но мы же с вами не знаем, сколько конкретно штук каждой модели было выпущено. Быть может, как раз наоборот, ассортимент-то увеличивается из-за того, что общее количество смартфонов, производимых, сокращается. Вот как-то нужно продавать новые модели смартфонов. Сделали немножко здесь, немножко здесь, немножко здесь. И на фоне вот этого вот информационного шума каждая новая модель начинает потихоньку неплохо продаваться. Если бы компания Xiaomi, к примеру, выпускала две модели смартфонов в таком же объеме, как сейчас она выпускает всех смартфонов, навряд ли бы они продавались хорошо. Давайте с вами подумаем дальше, а что же будет, когда производство смартфонов и спрос на них сократится до какого-то предельного минимума. И я думаю, здесь далеко ходить не нужно, достаточно посмотреть на другие сферы производства, которые долгие годы существуют во всем мире, к примеру, производство автомобилей. Что произошло на этом рынке? Если нас ждет такая же тенденция со смартфонами, то ситуация на самом деле очень плачевная, потому что когда спрос на смартфоны сокращается, их начинают меньше покупать, либо же любую другую продукцию начинают меньше покупать, производить, приходит к логическому выводу: нужно людей как-то заставить покупать эти устройства, то есть нужно сделать что-то такое, чтобы цикл обновления дошел до какого-то понимаемого предела, чтобы люди гарантированно через какое-то время меняли свои устройства. Как это было сделано на автомобильном рынке? Все сейчас, наверное, прекрасно знают, что если вы покупаете новый автомобиль, то его желательно через 5 лет продать и купить себе следующий новый автомобиль, либо же инвестировать в запчасти. И именно на этом сейчас зарабатывают автопроизводители. Автоконцерны зарабатывают с новых автомобилей не так много, как может показаться. Они зарабатывают больше на вторичке и на рынке запчастей. И как-то вот мне немножко страшно становится, что нечто подобное не произошло на рынке смартфонов. Каким образом могут сделать вот такое устаревание устройств? Это могут сделать программным путем, а также это могут сделать и механическим путем, потому что если посмотреть сейчас, то вы, в принципе, можете разойти на вторичный рынок, купить себе какой-то БУ-смартфон и еще успешно пользоваться им 2-3 года. Он будет замечательно работать. Соответственно, может произойти прямо вот такое преднамеренное ухудшение качества устройств, когда через год, через два ваш смартфон будет превращаться просто в тыкву. У него будет выходить из строя какой-нибудь микросхема, либо же экран, либо что-то еще. И сначала мы побурчим, а потом мы к этому просто привыкнем и будем понимать, что да, через год надо обновлять свой смартфон. Программно это уже происходит, устаревание и замедление работы процессоров, аккумулятора, деградация, вот это все, помните историю с компанией Apple, но все движется именно к этому, потому что экономическая модель нашего мира, она, увы, такая, когда кто там как-то, Эдисон, да, создал лампочку, которая вечно светила. Это стало экономически всем невыгодно производителям лампочек, потому что люди купили один раз лампочку и не меняли ее. Только если физически ее разобьешь, ее нужно было поменять. А сама она из строя не выходила. Сейчас даже где-то в США есть такое заведение, по-моему, это даже пожарная часть, где до сих пор горит лампа накаливания, которой там больше 200 лет, она просто не ломается. И, естественно, экономически это невыгодно, поэтому производители лампочек начали делать ресурс определенный, после которого лампочка выходит из строя. Вот она,
лампочка 2019 года, которая скоро обернется для нас всех головной болью. Многие положительно настроенные люди говорят, ну, чтобы избежать вот этого вот замедления покупки смартфонов, производителям нужно на самом деле наоборот внедрять новые функции, какие-то фишки в смартфоны, чтобы подстегивать покупателей приобретать эти устройства. Какие фишки в смартфонах еще можно придумать, чтобы прям заставить всех сейчас побежать и покупать это устройство? Вы можете себе представить такое? Я не могу себе такое представить. Все просто движется как белка в колесе. Увеличиваются какие-то показатели камеры, гигагерцы, мегабайты в циферном обозначении. Все, абсолютно ничего. Даже рынок софта мертв, понимаете, в чем проблема? Вот я хочу снимать обзоры приложений, и все сходится к тому, что это нет смысла делать, потому что приложений становится вроде больше, а категории программ не увеличиваются. Они как были вот эти категории приложений, так и остались. Новых категорий нет. А что происходит в старых категориях? Да какая разница? У людей уже сформировался пул привычных приложений. Даже если вышло какое-то новое в этой категории приложение, ну и что? Меня устраивает старое. Зачем мне это? Оно кардинально не улучшит мою жизнь. То же самое и со смартфонами. Ну да, станут лучше камеры. Ну что еще можно запихнуть в этот чертов прямоугольник с сенсорным экраном? Да ничего уже не сделаешь. И лично я смотрю на это дело все с какой-то долей пессимизма. Индийское подразделение Samsung India затизерило новые смартфоны Galaxy M от компании Samsung. Замечательная компания, которой мы все уже заждались, когда она что-то новое покажет. В прошлом году нам показали концепцию новых экранов. V-образный Infinity экран, который означает, что вырез будет под камеру в виде капельки и вот этот O-точечка. Вот серия M — это именно про V-образный экран, уже полюбившийся многим после выхода One Plus 6T, да, вот эта вот капелька некоторых смартфонов Oppo. Я посмотрел приблизительно на картинку, на фотографию этого смартфона. Выглядит свежо, особенно для компании Samsung, которая дизайн уже, ну, как бы давно кардинально не меняла. И здесь становится вопрос, что это за линейка такая смартфонов и на смену чего она вообще придет. Сейчас вот если зайти, допустим, на какой-то сайт Samsung, да, посмотреть, какой есть модельный ряд, то мне кажется, что серия M — это замена серии A, А-серии бренда, да, вот Samsung A-серию, все вы прекрасно знаете, A7, A8, и даже можно приблизительно спрогнозировать, сколько это все дело стоит, если мы зайдем на их каталог и посмотрим, сколько стоит сейчас Samsung Galaxy A-серии, там, A7, A5, то приблизительно можно выставить вот такую вот линейку в ценообразовании и понять, сколько будет стоить свежая M-серия уже с красивым, почти безрамочным экраном, с большим количеством камер, с обновленным интерфейсом от Samsung. В принципе, это, я думаю, будет довольно популярная модель смартфона. Больше всего в этой новости меня порадовало то, что версия смартфона Galaxy M20 и Galaxy M30 будет оснащаться аккумулятором на 5000 мАч. И это смартфон будет поддерживать быструю зарядку по USB Type-C. 5000 мАч — это очень и очень круто для смартфона в среднем ценовом сегменте, а по слухам, тем же индийским слухам, эти смартфоны будут стоить в районе $200, для некоторых это даже бюджетный смартфон. Ну и, к слову, уже не отходя от Samsung, здесь появилась новость от корейских источников, что, оказывается, помимо презентации Samsung Galaxy Unpacked, которая произойдет в Сан-Франциско уже 20 февраля этого года, будет еще один релиз, который покажут сугубо для рынка Кореи. Это произойдет 29 марта 2019 года. Там покажут смартфон под неким названием Samsung Galaxy S10X. Это устройство с экраном почти 6,8 дюйма, 5G, сканер отпечатка в экране по всей поверхности, 6 камер, 4 спереди, ну вернее 4 сзади, 2 спереди селфи-камеры. И этот смартфон будет стоить около $1600, вернее, начальная стоимость будет 1450 баксов и так дальше. У смартфона будет 10 гигабайт оперативной памяти и терабайт постоянной памяти. И здесь возникает вопрос, ну а для кого это все за такие деньги-то? Я уже писал в телеграм-канале, что компания Apple с трудом осилила вот эту ситуацию со сверхдорогими смартфонами и с натяжкой их продает. Неплохо продает, но все равно с некоторыми проблемами. Samsung никогда успешно не продавала большое количество дорогих устройств за $1500. Это такой какой-то имиджевый продукт, который прям кричит: ну вот мы можем, мы очень можем. Ну хорошо, можете, это, конечно же, замечательно. Больше меня интересует, как будет выглядеть складной смартфон, который у них foldable, потому что мне до сих пор в голову не умещается, какой толщины будет устройство, когда вы его сложите. Это же, по сути, вы складываете два смартфона. Вот бумс, это же такой пирожок, что ли. То есть для меня это уже какой-то, знаете, показатель того, что все новые технологии, когда появляются,
нужно долго ждать, когда их обкатают, потому что первые версии с новых смартфонов, новых ноутбуков, это всегда, блин, комом, и нужно ждать 2-3 года, когда его доведут до какого-то адекватного стандарта. Если вы посмотрите на любое производство любых каких-то технологических новинок, оно всегда так. Первый смартфон получается какой-то странный гибрид, и спустя 2-3 года его там улучшают, утоньшают и, в принципе, как-то оптимизируют. Поэтому вот эти вот foldable смартфоны, это, безусловно, замечательно. Это начало новой эры, но для того, чтобы это стало юзабельно, я думаю, нужно ждать еще где-то 2024 год. С компанией Huawei опять приключаются разные курьезные случаи. В этот раз уже в Польше был арестован некий очередной вице-президент компании, которого звали Ван Вейдзин. Я подсматривал его имя. Что произошло? Его как бы подозревают в шпионаже для Китая, и компания Huawei что говорит, типа, да никогда такого не было, этот человек отвечал за продажи корпоративным клиентам, но чтобы не как бы запятнать репутацию компании, мы его уволим. И здесь возникает вопрос, почему же все страны так агрятся на Huawei и подозревают ее всячески в разном виде шпионажа? А ответ-то очень простой. Мир готовится к внедрению 5G сетей, а без компании Huawei это сделать будет очень сложно, потому что она является одним из основных поставщиков вообще сетевых мощностей. И, естественно, сейчас все страны сидят как на иголках и стараются как-то перестраховаться, чтобы понять, что они там будут внедрять в дальнейшем и как это может повлиять на безопасность страны. И по какой-то причине именно Huawei попадает под раздачу. И вы знаете, мне кажется, не бывает дыма без огня. Конечно же, где-то это притянуто за уши, где-то информация немножко как-то изменена, но все равно что-то, наверное, в этом есть. И даже если компания Huawei собирается поставлять такое большое количество оборудования на весь мир, если так подзадуматься, то, ну, наверное, где-то задние мысли у них есть, что они все-таки контролируют большую часть территории нашего земного шарика с точки зрения покрытия сети, и это как минимум вот преимущество, вообще государственное преимущество, и даже когда вы находитесь в рамках государства Китай, то правительство скажет, слушай, Huawei, ты там неплохо себя чувствуешь, захватила весь мир, а давай-ка будем вместе того-этого сотрудничать, может, какую-то информацию будешь нам предоставлять, а мы тебе там какие-то льготы и поддержку и финансирование, почему нет? Недорогой смартфон Redmi на процессоре Snapdragon 855. Как вам вот такая новость? Snapdragon 855 и недорогой смартфон Redmi. Оказывается, вот эти вот вбросы от Лея Дзюня по поводу цены в 400 с чем-то долларов за смартфон Redmi, это были вбросы насчет подготовки новой модели смартфона, которая действительно будет на 855-м Snapdragon от Redmi. И видите, как я уже говорю, от Redmi. То есть у меня уже вошло в привычку, что Redmi это отдельный суббренд, так же как и Pocophone. И якобы этот смартфон появится уже в ближайшее время. Очень любопытная ситуация, когда компания создала два суббренда, которые конкурируют друг с другом. Pocophone, с одной стороны, стоит там 350-400 долларов на топовом процессоре. И Redmi, это то же самое будет теперь такой вот суббренд, который будет предоставлять различный ценовой диапазон. И за 400 баксов якобы они собираются выпустить смартфон на процессорах Qualcomm. Это очень, знаете, очень непонятное, что происходит. Абсолютно непонятное. Зачем компания это делает? Может, с какой-то маркетинговой точки зрения у них это обосновано, что огромное количество собственных суббрендов борется за место под солнцем, и от этого в целом выигрывает компания, целый конгломерат. Возможно, действительно так, но мне интересна другая ситуация. Что сейчас происходит с компанией Qualcomm в целом? Все вы знаете, что Qualcomm всячески вовлечена в различные судебные вот процесса, особенно с компанией Apple за нарушение патентов и так далее и тому подобное. Но если посмотреть на Qualcomm в целом, как в рамках рынка, то эта компания очень сильно зависящая от брендов, которые производят железки, которые производят смартфоны и так далее. И получается, что у нас получается? Кто сейчас использует топовые хорошие процессоры Snapdragon, действительно хорошие. В большинстве своем сейчас их используют китайские производители. Это Xiaomi использует Qualcomm в полной мере. Кто еще у нас использует, господи, иногда Samsung, но очень редко для каких-то локальных продуктов. Тот же Galaxy S10, который выйдет, он выйдет на территории США на Snapdragon. В остальных там странах он выйдет, скорее всего, на Exynos. То есть получается, что такие компании, как Apple, Samsung, топовый Huawei со своим огромным ассортиментом продажами, они не используют платформу от Qualcomm. И с каждым годом ситуация постоянно меняется, и меняется она не в лучшую сторону для компании Qualcomm, которая производит Snapdragon, и у меня такое ощущение, что рано или поздно она вообще прекратит свое существование как таковое. У них нет собственного продукта, собственного смартфона, она продает свои чипы для различных
китайских брендов, включая OnePlus, и те вынуждены покупать, потому что у них нет собственных разработок, нет собственных процессоров. Но последние 3 года показали нам, что все-таки создание собственного процессора у бренда — это целесообразная штука, потому что бренд учится, делает собственные чипы, оптимизирует эти чипы под нужды собственного смартфона. И в дальнейшей перспективе смартфон с процессором собственного производства все-таки будет выигрывать. Единственная здесь проблема, конечно, только для разработчиков программного обеспечения, потому что одновременно угодить и компании Apple, и компании Samsung, и компании и так далее и тому подобное с точки зрения оптимизации софта — это очень тяжело, это крайне тяжело. Конечно же, производителям софта гораздо проще оптимизировать свой софт под линейку процессоров Snapdragon, но эта линейка устройств, она уменьшается. Уменьшается. То есть впереди нас ждет еще одна проблема. С одной стороны, производители будут делать классные свои чипы, с другой стороны, будет страдать программное обеспечение. Не считая каких-то родных приложений системных, да, будут другие программы и игры, которым придется как-то разрываться и на все 4 стороны оптимизировать свой софт. Это очень сложно, и это ситуация тупиковая. Здесь опять, вот если посмотреть на продукцию компании Apple, Apple опять в выигрыше. Разработчики пилят уже который год программы для iOS, и у них нет никакой проблемы. Ну да, появляется больше ассортимент устройств, но кардинально он не меняется. Архитектура та же, тот же процессор, приблизительно плюс-минус одинаковые экраны. Сделали все, заработали денег, все счастливы. На Android это сделать тяжелее. Ребят, на этом все. Оставим немножко новостей на субботу. Надеюсь, что-то еще произойдет за эту неделю. Сегодня я пойду еще забирать Samsung Galaxy S7 и рассказывать вам про этот смартфон. С точки зрения 2019 года я купил его бэушный, расскажу, как покупал. Так что обязательно подписывайтесь на канал. Кто не знает, что такое подписаться на канал, это вот такая вот красная кнопка внизу, короче. Вы ее нажимаете, и происходит счастье. И вам, и мне, и всем счастья. Всем пока.